Преподобный Моисей Угрин жил на рубеже X-XI веков. Он был венгром по происхождению. Моисей вместе с двумя братьями Ефремом и Георгием поступил на службу к святому благоверному князю Борису. Когда по приказу своего брата святополка Борис был убит, вместе с ним погиб и Георгий. Моисею удалось бежать. Он скрывался в Киеве у сестры Бориса Предславы. Вскоре Киев был захвачен польским королем Болеславом. Моисей вместе с другими пленниками попал в Польшу. Высокого и стройного красавца приметила богатая вдова. Она выкупила Моисея, чтобы сделать его своим мужем. Но Моисей к тому времени давно вынашивал мечту о монашестве. Богатство не прельстили его. Он отказал женщине в ее притязаниях. Моисей тайно принял монашеский постриг от афонского монаха, который проезжал через те края. В гневе вдова приказала жестоко избить Моисея. В это время в Польше поднялся мятеж. Моисею удалось бежать и вернуться в Киев. Он поступил в Печерский монастырь и жил там до своей кончины.